Ребята, всем привет! С вами Андрей Евкулаев. И снова у нас сегодня в меню итальянской кухни. Сегодня мы приготовим вкусную пасту в сливочно-томатном соусе. Ингредиентов мало, минимум, то есть, но результат будет очень вкусный и готовится очень быстро. Давайте сразу посмотрим, что у нас есть. Итак, паста у нас — это пенные ригатты. В принципе, по большому счету, вы можете взять любую пасту. Дальше. Это у нас протертые помидоры. Также вы можете любые взять, там порезанные продаются кусочками, там, в общем, ну, в таком виде должно быть. Дальше свежий базилик, сливки 33%, пармезан уже натертый, чеснок, соль, молотый черный перец, хлопья чили, оливковое масло. Как видите, ингредиенты отличные, поэтому приступаем. Итак, первым делом нам нужно мелко порубить чеснок. Ребята, теперь включаем плитку, отправляем в сковороду оливковое масло, ждем, пока нагреется. Теперь отправляем сюда чеснок и хлопья чили. И прям буквально максимум минутку обжариваем до появления запаха. Запах, конечно, сразу пошел уже чесночный, обалденный. Ребят, теперь сюда отправляем наши помидоры. Сразу посолим и поперчим. И вот в таком виде, с открытой крышкой, можно даже, наверное, огонь немножко убавить, где-то будем 10 минут варить. А в это время, пока это все будет тушиться, тут вариться, мы поставим вариться пасту до состояния альденте. Ну, то есть, как я всегда говорю, то есть это на минуту, на две меньше, чем указано на упаковке. Так что увидимся. Ребята, и пока у нас тушатся томаты, готовится паста, давайте нарежем базилик, чтобы времени не терять. В принципе, сильно мелко не надо, прям вот такие кусочки, чтобы были видны, чтобы чувствовались. Все, отлично. Ребята, 10 минут у нас прошло, паста как раз тоже сварилась. Убавляем нагрев до такого, ну не минимума, ну короче, слабенький огонь должен быть. И выливаем сюда сливки. Перемешиваем. Ребята, все хорошенечко перемешали. Теперь пробуем на соль, перец. Вкус отличный, прям сливочный, но соли я бы добавил немножко. Теперь отправляем сюда нашу пасту. Ребята, все, теперь добавляем сюда наш базилик. Базилика много не бывает. Не, бывает, конечно, но не в нашем случае. Тоже все перемешиваем. Запах, ребята, потрясный просто. Ну все, практически наше блюдо готово. Осталось только посыпать сверху пармезаном, что мы сейчас и сделаем. И будем пробовать. Ребята, все, я себе накладываю и пробую. Даже еще сверху посыплю пармезанчиком. Запах. Ребята, очень нежный сливочный вкус. Чувствуется остринка, да, слегка от этого чили перца. Ну, в общем, базилик попадается, когда пармезанчик. В общем, сыра, в принципе, не жалейте. Сыра тоже, как и базилика, много не бывает. Супер получилось. Кремовая текстура. Обалденная. Все, ребята, ничего больше не говорю. Очень вкусно, вы сами видите. И по цвету, мне цвет очень даже понравился. Вот. А на этом мы с вами прощаемся на неделю, как обычно. Всем здоровья, всем пока.